Всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Наконец-то мне отремонтировали ноутбук, да? А, новость у меня очень хорошая для вас. Но предыстории этой новости тоже послужил такой интересный факт. Все вы знаете, что 30 числа у нас будет разыгрываться приз. А призом будет являться вот такой покрасочный пистолет. Это пистолет, точная копия 4-й САТы, Интертул. Но дело не в том. Пистолет будет разыгрываться 30-го, но до этого в розыгрыше был другой приз. Это был пистолет от фирмы Skipper, да? Но получилось так, что на испытаниях дядя Олежа ремонтировал. Мне там немножко потекал курок, и дядя Олежа решил поджать и сломал его. Поэтому решил поменять приз. Ну, приз вполне достойный. Я думаю, даже лучше, чем тот. Альфа-Град узнал, что случилась такая оказия с пистолетом. А пистолет этот сам по себе, он был не только опытным образцом, да, пистолет этот брали на выставке, и, как известно, что с выставки экспонаты не дают. И экспонат там играл роль, скорее всего, просто как муляжа. Ну и дело в том, что получилось, приз мы поменяли, но Альфа-Град как бы еще сделал одно предложение и выставил на следующий конкурс, который вот-вот состоится. Это будет 7-й конкурс, так что следите за конкурсами, да. Тоже можно будет поучаствовать. Условия конкурса те же, будет видео, как, что сделать, да. И в розыгрыше будет участвовать сварочный аппарат. Вот он, этот сварочный аппарат. Надеюсь, вам он понравится, да и пригодится кому-то, да. Это небольшой сварочный аппарат, но у дяди Олежи, если видели, такой же аппарат есть. Он очень хорошо варит. Фирма Альфа-Град заботится о своих покупателях, о своем имидже. Именно поэтому, если вы заметили, то прежде чем Альфа-Град, ну, не все, может, заметили, да, прежде чем Альфа-Град что-то запускает в продажу, почему вот дядя Олежа пользуется, да, а на Альфа-Граде не висит в магазине данный продукт. Потому что в последнее время начали вот пистолеты, в основном машинки, да, сначала Альфа-Град присылает мне, мы испытываем, и если вещь действительно работает, если она стоящая, удобная, ну, если она понравится нам, то есть я делаю обзор, и если я даю добро, то фирма Альфа-Град уже закупает небольшую партию товара, и он появляется в продаже. Недавним опытом был тоже пистолет, мне давали на проверку другой, я его показывал, но обзора с ним не было, потому что на этапе его проверки, на этапе его испытания, пистолет неплохо себя повел. И, вернее, плохо себя повел. И я сразу отзвонился на Альфа-Град, сказал, что эти пистолеты брать не стоит. Все, на этом дело и порешали, эти пистолеты не заказывали. Машинка же повела себя нормально, которую я в Рязани испытывал, да, и машинку мы как бы, я сказал, что да, можно закупать. То есть ребята просто знают, что лучше проверить, лучше посмотреть и потом уже заказывать партию. То есть большая партия чего-то не заказывается, пока оборудование действительно не прошло какую-то проверку. Ну, во всех случаях это жизненный фактор, да, всякое случается, бывает и брак, бывает что-то, всю партию не отследишь, но это все решаемо. Как-то так. Цены на Альфа-Граде обозначены в белорусских рублях, поэтому это все там и миллионы выглядит.
Если, ну, россияне, хотите посчитать, да, сколько это будет стоить на российские рубли, просто сумму вот эти миллионы поделите на 240. Получится примерная цена товара в российских рублях. Ну, еще такая небольшая новость. На моем сайте allnest.ru я открыл новую рубрику, то есть клуб ОНБ «Интересные проекты», где вы можете размещать и свои также проекты, какие-то интересные, то есть... Ну, какую-то машину интересную вы делаете. Здесь уже как бы появилась одна статья, которую я сегодня написал. Но кроме этого есть у меня еще и на Drive 2. Вот люди начали подписываться. Смотрю, сегодня уже 63 человека, да, подписалось. Уже 69. Здесь я тоже разместил такую же статью, то есть интересно почитать, кому интересно. Здесь я тоже высказываю свои мысли о каких-то проектах, фотографии, ну и всякое такое. Подписывайтесь и на Drive 2, и на сайте allnest.ru. Все ссылочки я дам под описанием этого видео. Как-то так. Ну и ждем, скоро будет видео, и мы разыграем сварочный аппарат. Пока всем удачи, добра всем и бабла. Правильно.